Александр Дюма, Сэй Алик, Дарья Донцова. Книги этих авторов лежат сейчас в свободном доступе. Любой рязанец может подойти и взять понравившуюся книгу. Так и работает книгообмен, который появился недавно в сквере имени Чумаковой. Организовали его сотрудники Центральной городской библиотеки. Сначала книгообмену у них была посвящена небольшая полочка, но книг становилось все больше и необходимо было расширяться. И когда мы смотрим книги, которые они нам принесли, то, к сожалению, мы не все можем оформить в фонд библиотеки. Но вы сами понимаете, у комплектования есть свои ограничения. Мы не берем книги в мягких обложках, не берем книги, которые у нас уже есть в достаточных экземплярах, а просто выбросить их рука не поднимается ни у нас, ни у тех, кто хочет нам их подарить. Поэтому мы придумали вот такой книгообмен. Сотрудники библиотеки отмечают, что это не кроссбукинг, а книгообмен. Процедура обмена здесь куда проще. Можно книги обменять, а можно только взять или только принести. Особого учета за книгами не ведется, однако сотрудники библиотеки проверяют, чтобы не было экстремистских материалов или литературы жанра 18+. Сейчас под стеклом находится около 100 экземпляров разных книг. Но говорить о расширении коллекции пока рано. Надо сначала посмотреть, все-таки прошло еще меньше недели. Посмотрим, как это все будет развиваться дальше. Но еще мы надеемся дальше ввести такое, ну, как бы продолжение. Мы хотели бы в эти книги вкладывать еще списки литературы, которые есть у нас в библиотеке. То есть люди прочитали эту книгу и поняли, что этот жанр, этот автор представлен в фондах нашей библиотеки. И даже если он не был нашим читателем, он может им стать. Посмотреть представленные книги можно в любое время в сквере имени Надежды Чумаковой напротив Центральной городской библиотеки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».